Повышение реальных доходов граждан – один из приоритетов бюджетного планирования. Об этом Дмитрий Медведев заявил на совещании, где обсуждали подготовку проекта основного финансового документа на период с 2018 по 2020 годы. В числе главных задач премьер также назвал сохранение и увеличение темпов роста в экономике и промышленном производстве. При этом необходимо внимательно отслеживать и учитывать негативные факторы. Сырьевой рынок остается весьма нестабильным. Сохраняется, конечно, и действие других негативных факторов. Более того, целый ряд из них может даже усилиться. Я имею в виду так называемые санкции. Действуют ограничения по доступу на рынки капиталов. Все это нужно учитывать. При этом мы обязаны обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, проработать все ее возможности, учесть ресурсы, потребности, выйти на приемлемый уровень дефицита, правильно концентрировать ресурсы, чтобы они дали необходимый результат. Тем не менее, нужно помнить, что это не просто цифры, это бюджет главный нашей страны, это жизнь людей, жизнь тех, кто напрямую зависит от выплаты с бюджета. Также Дмитрий Медведев отметил, важно поддерживать наметившийся рост инвестиций в транспортный комплекс, строительство, сельское хозяйство. Доступнее должны стать и кредиты для бизнеса.